Да,恰好. Здравствуйте. 我们上课. Мы начинаем урок. 第四课. Антон 迟到了. Урок 4. Антон опоздал на урок. Тема сегодняшнего занятия – Антон 迟到了. Антон опоздал на урок. Ленси 3. Упражнение 3. Давайте повторим слова, которые мы выучили на предыдущем занятии. 迟到 – опоздать, опаздывать. 说 – говорить. 说话 – разговаривать. 写 – писать. 读 – читать. 要 – надо, следует. 对不起 – извините, извини. Мэйгуаньси. Ничего страшного. Ханью. Китайский язык. Страница 170. Конструкция пуяо. Ло. Когда мы просим по-китайски кого-то не делать что-либо, мы используем эту конструкцию. Пуяо. 迟到了. Не надо опаздывать. 不要说话了. Не надо разговаривать. 练习吧. Упражнение 8. Послушайте предложение и найдите соответствующий рисунок для каждого из них. 明天不要迟到了. Минтян буяо чидаола. Как вы думаете, какая это картинка? Это картинка А. Завтра не опаздывайте. Следующая запись. Шанхэ буяо шохуала. О чем нам сказали? Шанхэ буяо шохуала. Начинаем урок. Не разговаривайте. Какая это картинка? Это картинка Б. Следующая запись. Что здесь нам скажут? 请不要看. Чин буяо кан. Что это значит? Пожалуйста, не смотрите. Какая это картинка? Это картинка В. И последняя, конечно же, это будет картинка Г. Давайте послушаем, что нам скажут. 不要去了. Что нам сказали? 不要去了. Не ходи, не иди туда. 很好, очень хорошо. 练习时, упражнение 10. Прочитайте и скажите, как нужно вести себя, если случилось так, что вы опоздали на урок. Говорит Антон. 对不起,老师,我迟到了. 老师. 没关系. 明天不要迟到了。安东，好的，谢谢您。老师，快请去坐。明天 завтра. Хуай, быстро. 好的, хорошо. 进去, ходить. Итак, что нужно сказать, если вы опоздали на урок? Что сказал Антон?
对不起，老师，我迟到了。Извините, учитель, я опоздал. Эту фразу вы можете говорить, если вы опоздали на урок. Учитель ответил Антону: "Мэйгуанси. Ничего страшного. Минтян, буяо чидаоло. Завтра не опаздывай." Хаода, сесинин. Хорошо, спасибо вам. Хуайдин чузо. Быстрее заходи и садись. Хао, хорошо. Ленси ши и. Упражнение 11. Прочитайте, подберите предложение к рисункам. И первое предложение. 我们的老师迟到了. Какая это картинка? Это картинка В. Как мы переведем это предложение? Наш учитель опоздал. R. Второе. 小丁迟到了. Это картинка Г. Сяодин опоздал. На этой картинке мы видим Сяодина. Сан, третье. Нага нюхай пшидаоло. Это картинка Д. Нага нюхай. Эта девочка опоздала. С. Четвертое. Лили чидаола. Это картинка. А. Лили опоздала. У. Пятое. Нимэнда тонгшуэ чидаола. Картинка Б. Ваш одноклассник опоздал. Хэн хао. Очень хорошо. Лиэн си ши ар. Упражнение 12. Вспомните правила написания иероглифов, которые мы уже выучили. Попробуйте прописать в тетради иероглифы в правильной последовательности черт. Вы можете посмотреть упражнение 14 и проверить, правильно ли вы написали. Ленси шиу. Упражнение 15. Сколько черт в каждом иероглифе? Прочитайте иероглифы. Первый иероглиф. Как он читается? И. Один. Сколько здесь черт? Одна черта. Далее. Р. Два. Две черты. Сан. Три. Три черты. С. Четыре. Сколько здесь черт? Раз, два, три, четыре, пять. Пять черт. Следующий иероглиф. Ву. Пять. Сколько здесь черт? Раз, два, три, четыре. Четыре черты. Льо. Иероглиф 6. Раз, два, три,
4. Следующий иероглиф. Си. 7. Раз. 2. Всего лишь 2 черты. Следующий иероглиф. Па. 8. Тоже 2 черты. Следующий иероглиф. Тьоу. 9. Сколько здесь черт? Раз. 2. Тоже только 2 черты. Иероглиф. Ш. 10. Раз. 2. Следующий иероглиф. Шан. Над. Раз. 2. 3. Следующий иероглиф. Ся. Под. Внизу. Раз. 2. 3. И последний иероглиф. Пу. Не. Нет. Раз, два, три, четыре. 4 черты. Хэн хао. Сеси не дачуи. Умэн ся кэ. Зай тян. Спасибо за ваше внимание. Мы заканчиваем урок. До свидания.